вставай. Просыпайся. Ой, дедушки, у меня в глазах творится. Ой, творится. Что такое? Вы меня зачем похитили? Что вам надо? И вообще, вы же это, добрый персонаж. Конечно, добрый. Нам тебе столько рассказать нужно. Мама. Современный Дед Мороз не просто добрый. Бородатый теперь еще и роль воспитателя на себя примерил. Услуга называется «Волшебный воспитатель». Родители заранее дедули говорят, чем хорошим и плохим отличился ребенок в уходящем году. И эту информацию дедушка и Снегурочка используют как настоящие психологи. Мой волшебный блокнот сказал мне, что ты плохо ложишься спать. Это правда? Ну да. А ты знаешь, что сон очень полезен для маленьких детишек? Потому что если ты не будешь спать, ты не вырастешь совсем. Ну, дед, не ругай ее сильно. Ева же исправится, да? Да. Ребенок обязательно сделает правильные выводы. А как иначе? Ведь сам Дедушка Мороз следит за его поведением. И это еще не все добрые поступки современного Деда Мороза. Самым добрым поступком будет, если вы отпустите меня домой. Ой, это еще не скоро. Ты же еще про елку и подарки ничего не знаешь. Хочешь мандаринку? Нет времени купить елку или подарок? Дедушка и тут поможет. Пожелания и бюджет нужно оговорить заранее и внести предоплату. Менеджеры наши на оленях быстро за ней приедут. Мы, кстати, можем и сами придумать оригинальный подарок. Ну а потом мы подарочек вручим, елочку украсим, а в благодарность стишок послушаем. Хоровод, конечно, у вас прекрасный. И весело у вас тут, ребята. Только я девочка уже большая, мне на работу пора. Отпустите меня! Рано, дежурная, очень рано. Мандаринки? А в моем детстве Деда Мороза по-другому пахло. Речь у него была не такая четкая, конечно. К любой работе, в том числе творческой, нужно относиться серьезно. И, конечно, с детьми должны работать профессионалы. Артисты, работающие в образе Деда Мороза и Снегурочки, должны быть в чем-то воспитателями, а в чем-то чуткими психологами. Они должны следить за каждой эмоцией ребенка. Поэтому в такой работе нет места раздражения и алкоголя. Маленький Благовещенец, у тебя есть еще время выучить стишок, танец или песню. И не волнуйся, Снегурочка, если что, поможет тебе. Она у меня добрая девочка. С Новым годом, Дед Мороз, Снегурочка. Спасибо, Евочка. А теперь, девочка, ты свободна. Это прекрасно! А похищать-то меня зачем нужно было? А чтобы ты сюжет сняла? Беги, расскажи про нас всему Благовещенскому. А просто попросить нельзя было? А она справится? Ну, конечно. Она ж Дарья, дежурная по рубрике. Тем более у нас ее паспорт.